Всем привет, солнечного острова Тенерифе. Сегодня наконец-то я посадила на укоренение свои череночки, которые когда-то очень давно обрезала. Конечно, сейчас до сегодня не все дожили, некоторые пришлось выбросить, но большинство в прекрасном состоянии. Я их сейчас уже посадила, сейчас покажу. Надеюсь, что все будет в порядке. Сейчас начала с показа своих заналочек. Они сейчас очень-очень хорошо пышно цветут. Бутоны новые завязывают. В общем, ну просто красота. Вот эта красненькая, которую я обрабатывала от ржавчины листа, пришла в себя, выздоровела. Все прекрасно. Еще я нахожу на некоторых листочках остатки. Но это, видимо, еще старые, прошлые. Нового ничего нет. Все зеленое, все красивое, все цветет, все растет. Все замечательно. Погода хорошая, солнышко, тепло, красота. Окей, ну вот показываю вам череночки. Вот так я их посадила в кассете. Ну видно, да, что некоторые уже там желтыми листиками, хотя я обрывала. Ну посмотрим, как они приживутся. Ну, вот, что-то, конечно, погибнет, что-то приживется. Но их очень много, мне на сейчас так много даже не надо. Очень жаль, что я не могу поделиться, но жалко выбрасывать, что называется. Поэтому пусть растут те, которые укоренятся. Какие-то посажу в квартире, здесь оставлю, какие-то отнесу на участок. Ну, в общем, будет видно. Поставила их вот тут, вот непосредственно близости от балкончика. Здесь и светло, и солнце не попадает. И в этот раз ничем не накрываю. Оставляю так. Буду следить за грунтом, когда нужно будет увлажню. В общем, посмотрим, поживем, увидим. Поживем, увидим. У меня, вы знаете, был опыт, когда приживались черенки, которые очень долго стояли в воде. Я их, конечно, пообрезала, вот эти ножки, которые в воде стояли, там, ну, вычистила все максимально. Посмотрим. Сейчас еще на крышу поднимусь, надо там цветы полить. Заодно там посмотрим. И как. Так, смотрите, сегодня у нас здесь ветерок на крыше. Сейчас польем цветочки. Здесь все хорошо польем. Так. А, и сразу полилась вода. Какая хорошая. Дренаж какой хороший у горшочков. Так, и наша красавица. Так. Сейчас, наверное, отключусь, потому что мне очень удобно. Потом еще раз покажу. Так, ну все, все полила, все цветочки полила. Смотрим, как здесь развивается Tenerife Magic. Ну, нормально. По краям как-то, да, сильно пошел рост. А по центру пока... Или я так обрезала, наверное. Ну, ничего, отрастет. Цветет пышно. Бутонов очень много. Так что все в порядке. Помните, я посыпала там этим удобрением, все уже растворилось, уже все ушло в грунт, уже цветочки кушают это удобрение, так что все в порядке. Красавица, вот это очень красивый сорт, очень крупные соцветия, видите, оно только начало распускаться. Вот такой интересный кустик, такой приземистый. Надо будет, наверное, тоже где-то что-то попостригать тут, чтобы еще пышнее было. Ну вот и все эти цветочки мои здесь, видите? Мало осталось. Осталось мало, но ничего. Калима у нас по-прежнему не сходит, но чуть-чуть уже стало повиднее. Видите, даже Эльтеби стало видно. Но океан по-прежнему в дымке. Океана по-прежнему не видно. Вот так.
Никуда сегодня не поехали. Дома сидим. Не знаю, когда, может быть, завтра куда-то съездим. Даже не знаю. Но у меня, в принципе, дома дел куча. Надо все решить, все заканчивать. Куча дел, ничего не успеваю просто. Позаканчиваю здесь дела. Поедем где-то погуляем. Ну так. И на сегодня всем пока-пока. Adios y hasta la vista.